Когда мы пьем вино, иногда у нас просто нет слов, чтобы описать его и вообще понять, что у нас в бокале. Хочу с вами поделиться некоторыми советами. Первый совет – когда вы держите вино в бокале, посмотрите на его цвет, на его платье, как говорят французы. Он может быть либо светлым, легким, либо более насыщенным. Совет номер два – когда вы описываете вино, конечно, важен нос. Мы погружаем нос в бокал, принюхиваемся и чувствуем сначала букет, общие ароматы вина, а потом уже можем отличить вторичные ароматы, связанные с процессом винификации и с терруаром. По ароматике вино может быть легким, свежим, минеральным, может быть насыщенным, ярким, ароматным, глубоким. Совет номер три, конечно же, очень важен вкус или рот, когда мы пробуем, дегустируем вино. Вино может быть легким, приятным, не танинным, либо наоборот, структурированным, насыщенным, с ярко выраженными танинами, если это касается красных вин, или округлым, плотным, если это касается белых. А вы знаете ваш винный профиль? Вам нравятся легкие свежие вина или наоборот, структурированные, насыщенные, глубокие? Если еще нет, то переходите по ссылке в шапке профиля в мой тест на